You presume too much, sir. Your shoulder while you march. It's the most reliable fire. See that you
Мы хотим помочь и хорошо поработать. Мы хотим помочь. Шей, полковник Монро нам все рассказал. Сэр, вы дурак, но спасибо. Мастер Кормак, простите, что тревожу. Знаю, вы только пришли в себя. Нет, нет. Я и сам устал лежать в постели. Тогда могу я попросить вас выручить моего друга? Он нашел преступников, изобретших странное оружие. Смотрите. Пули громкие и яркие, как шутихи. Можем мы поговорить наедине? Его зовут Кристофер Гист. И, боюсь, он попал в беду. Как бы эти бандиты не вздернули его. Я не позволю им забрать еще одну жизнь. Я рад. Злодеи окопали в старом форте Арсенал. У меня срочные дела в Олбани. Пусть мастер Гист найдет меня там. Слыхали, дорогуша? В старом форте кого-то вешают. О, такое нельзя пропустить. Этот сукин сын стащил всю добычу. Задайте ему трёпку. Убить меня!
Кристофер Гист. Я Шей Кормак. Таким ветром наши края. Полковник прислал. I have him in my sight. I can get him from here. As clear as I have a shot. Ready to fire. I can get him from here. Молодцом, Шей. Выгнал собак из их будки. Ну, я как раз подыскивал жилище. Не торопись жить, юнец. Брак может прятаться на судне. О, их посудина вон там. Морриган? Что она тут делает? Это мой корабль. Простите, но я должен попытаться вернуть его. Стой! Вряд ли ты управишься один. Тогда помогите. Будь осторожен, Шей. Злодеи повсюду. Прикидываются обычными горожанами. Эти напали на семью, которая выходила меня. Хорошие люди. Так и есть. Знаете их? Барри и Кэссиди Финниган. Лично нет, но знал их сына. Не зевай. Эти мерзавцы хитры. Лучше бы нам их выманить. У меня есть кое-что получше. Что ж, вижу, с этим делом ты с легкостью справишься и без меня. Сделаем так. Я найду новую команду для твоего корабля. Вдруг придется уходить из спешки. Yeah.
I don't want to know how this story unfolds.